Интересно, что именно цикл «Опаленный огнем войны», который представляет 60-е и 70-е годы, и оказался одной из самых популярных серий работ Коржева. Хотя, на самом деле, сразу после него в нашем проекте начинается раздел, который я условно для себя называла всегда «Хиты художника». То есть те работы, которые он создавал одновременно с циклом «Опаленный огнем войны», но куда вошли целый ряд очень известных и значительных работ Коржева, одной из важнейших которых стал триптих «Коммунисты», который хранится и традиционно экспонируется в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге. Эта работа здесь как раз представлена в таком, я бы сказала, авангардном ключе. И, может быть, именно в этом зале наиболее ярко видно ту специфику выставочного проекта, который он приобрел благодаря пространству, архитектурному пространству, которое создал замечательный дизайнер Евгений Викторович Ас вместе с Кириллом Асом и Надей Корбут, и которое позволило экспонировать такие традиционные для советского времени произведения в совершенно другом ключе. И думаю, что именно это экспонирование позволяет представить триптих как работу с необычной судьбой и даже в каком-то смысле акцентировать процесс создания этого знаменитого триптиха. Так, в частности, первой из написанных произведений стала будущая правая часть триптиха, работа «Интернационал», которая изображает вот такого уставшего солдата, играющего на военном инструменте тубе, одном из специальных инструментов военных оркестров. Этот солдат, видимо, все, что осталось от военно-полевого оркестра, спина спиной стоит со знаменосцем этого полка и среди уже погибших своих товарищей. И таким образом, прикрывая спину друг другу, они продолжают свой последний бой, что и зафиксировано на звании «Интернационал». Эта работа была показана одной из первых Коржевым в 1957 году. По неизвестным нам сейчас причинам Гелий Михайлович не остановился на этой части, а в последующие 3 года начал интенсивно дорабатывать свою мысль в виде триптиха, центральной работой которого постепенно стала вот эта средняя часть, которая называется «Поднимающий знамя».